Люксимус. Локсимус. Как-то так. Да я дамажу не хуже, чем он. У меня лок получше. Ну, будет лучше один. Поэтому в ДПСе вы сейчас не потеряете. А насколько там в воскресенье? На 7 часов, да? Да, Слав? Да. Я всем уже буду трэш начинать чистить. Пусть приходят на раньше, я не знаю, заранее покупают фласки себе. Кто остался? Хейган, Хейган, Ладхип, да? И два ласта? И после остался. Заходите, заходите. Без понятия. Я всех, кого набираю, я в конце делаю приписку. А. Я уже почти шею с острова забрал. Я сначала на хила возьму шею, а потом на кота. На танка. А зачем хилу шею с острова? Ну, потому что там на танка нету нормальной шеи на медведе. Нет, я знаю, там вроде как ни хилу, ни танку шею. Ну, хилу там более или менее. Как шмотанье? Да там говно шмотанье. Ну, там же хилу дается прок на 4 СПД. Тёма, поправь меня, или не дается? Ну, прок же на 400 СПД дается, дается. Окей, Тёма, потом тогда расскажешь мне, окей, окей. Кому мне? Давайте сумоньте меня. Мечик. Пуха моя. Бля, пишет, соединение с сервером разорвано, не могу зайти. Да, а не сервер, нормально, нормально. Чё в синий нет? А шо, у нас дестики, у нас, я понимаю, только всяко в демоне играет, и я в демоне играю. Я думаю, может Афлика тогда запилить, если есть демоны. Слушай, у меня почему-то пишет соединение с сервером разорвано. Что за херня? Подожди время немножечко. Ну, пока трэш будем чистить, подержи. На кого я СС даю? На кого я СС даю? На ком? С кем мне дают СС? Погнали. Не, это Хейган, Хейган, куда вы распишите? Где тотем этого шамана? Или что-то?
Надо его ругать. Шумот ролит, а Гера не дает. Спасибо. Ну ничего, у меня там 30 уровня есть шаманчик. Не знаю, шаманы вообще топ. Ну, реально скучно играть хилом. Когда... Чисто на эрдру скучно не будет. Я играла эрдру. Я кроме шамана всеми играла. Скучно играть хилом паладином и все. Всеми остальными не скучно. Не знаю, ДЦ тоже скучно. ДЦ это не хил. Как меня бесит эти стереотипы. Ну и что, что абсорб не засчитывается в хил? Он же вас спасает. Правильно, на ДЦ это сугубо щиты по рейду и диспел, и все. Ну, это востребованный класс в рейде, но это не хил. Хил это аршама, хэпал и все. Эрдру даже это не хил. Эрдру это такое. Сами вы такое. Так, причем я сам играю на эрдру. Да, слушай, не знаю, сейчас попробую еще раз. Короче, что-то не знаю, соединение с сервером разорвано. Что, блин, я не знаю, сейчас я попробую этот скинуть интернет. А ты да, попробовал? Вок, молодец, пиши ему в игре, когда он зайти не может. Кэш почистить, да. Там какую-то папку надо удалить, я не помню. Кэш, так и называется. Дату удалил, да. Чего говорить, удалить что-то надо? Папку кэш попробую У меня есть чарка. Трейд кинь мне, я за свои реги изучаю. Дека нас просто. А мы разве вот такой толпой не забьем босса? Нам нужна гера. Мы не забьем, потому что после первой же пробежки половина сдохнет. Смотря как кто бегает. Ты что делаешь? Так, ты не нажал обмен, я не зачарила, просто время. Сейчас жми обмен. А зачем тебе две... А.
Тагарю сводит. Началось, блядь. А, я поставлю. Так, мы пока без шамана, да? Окей. А, ёпт, это дурачок. Блин, тотема нет. А может не на 40 секунд повесился, это нормально? А молодой не на 40 секунд повесил. Он долго-долго будет тикать. Да, сори. Чуть-чуть бы промахнулся. Я останусь. Да. Сейчас после волны.
тогда телепортация. Окей. Полсекунды не хватило. Ментал. Не знаю, вроде совсем не бежал. Никого не покусал. Я два словила. Приходится. Да не в кучу надо бежать. Тихо. Ты просто... Спасибо. Всё, я так, конечно, не соврал. Бери, бери себе, у тебя там 200 же. Ну, хотя... Ну, без хоть... сокета шляпа это. А, это ж пояс. Надеюсь, надеюсь. Подожди, я зайду сейчас, Бегор зайдет, подожди, сейчас обновляется клиент, он просто не, невозможно медленно обновляется. Короче... А скачать... ты попробуй раз... напрямую зайти. Нет, попробуй скачать с сайта последние два патча, такая херня бывает, у меня то же самое было.
слышишь, бегла? Прям на этот на сайт зайди официально. Да, да, сейчас сделаю. Там есть вкладка аддоны. Ну, вот эти патчи и прочие херня. Последние по дате, смотри, последние два. То же самое, не мог зайти без того, как вручную не поставил. Да, да. Да я прочитал там на форуме, да, сейчас сделаю. Может, мамка спать отправила, откуда ты знаешь? Да он весь рейд тупил. Это пук какой-то был? Или наш? Я его в 6 хилов убью. Чтобы с первого раза убить, 6 хилов убью. Ну, короче, после скачки запустил обновление опять 40-41. Вот уже минуту, наверное, 40-41. Закрой лаунчер, снова включай. Да напрямую войди ты, не мучайся, и все. Если ты уже поставил вручную патч, ты можешь заходить напрямую, без лаунчера. Сейчас попробую. Папка WoW, ищешь экзешный файл и заходишь. Я очень прошу вас всех встать в мелизону, всех в одну точку, чтобы прохил был было проще прохилить всех. И нам наносилась куча дэмэджа? От этого зависит? Конечно. Так в прошлый раз все равно в почке стояли, только не так сильно. Всем привет. Привет. Но все-таки вот этот топор одноручный протовара просто шикарно выглядит.
Еще анимация такая красивая. Когда хилить можно будет, ты должен будешь прочитать гимн исцеления. Только не сразу. Ну, молитва. Ты себя еще во вторую пачку засунь, там транквилус дашь. Ну да. Давай, залетай в танк. В двух можем не успеть прохилить. Нет. ДЦ может остаться в ДЦ. Кто у нас по хилам получает? Турбоёж, Варлайт, Гандир, Шамик и все? Ну, все супер. Дисприст пусть просто играет на ШП, но пусть он в танков постоянно отдает щиты и все. Этого больше, чем хватит. Смотри, Влад, если сильно, смотри, типа, как я делаю, если сильно проседает твой первый рейд, допустим, с тебя таунтит Таргариус, босса, ты выходишь и отдаешь спокойствие, прохиливаешь. То же самое делает Аоус, тоже может прохилить все свою пати. Эрдру не кастует вообще буйный рост в мили-зону. Эрдру стоит и кастует в РДД-зоне только буйный рост, и все. Я готов, ты там это, четвертую пачку типа Ауса скинь, либо этого ежа скинь, типа во вторую или в третью. Можем делать еще так, как у меня Тедди сделает со спорами. А то, чтобы их прохилить, ну, допустим, миликов прохилить. АУЕ прохил. В АУЕ прохили только буду я, и кто, и Эрдро. Если у ДЦ есть этот, как его, блять, как он, Холик, было бы охуеннее, чем ДЦ. Он в ШП. Тем более. Не особо. У вас два хапала, которые должны танков на фуле держать. А... Смотри, позволишь, Слава? Смотрите, давайте сделаем так, как мы делаем. А, танки, звезды. Дальше. А, те, у кого нету бафа, изначально все становятся в печенье. Хэпалы могут спору таунтить, вынесите таунт себе, и спору вы можете таунтить, чтобы она сразу подлетала. А РДД все стоят в печенье. Смотрите за своим бафом. Как только на вас повесится баф, выйдите сразу в ромбик, дайте получить баф остальным игрокам. А, поочередность танков вы там уже решили. Следующее. Хэпалы хилят,
мили-зону. То есть танки в основном, у вас там еще плюс лечение идет по мили-зоне. Эршама. Эршама больше работает в мили-зону, но если вдруг надо одну какую-то цепочку, он отдает просто в этот. Если рейд, весь абсолютно рейд проседает до 40%, до 60%, можно отдать гимн на ХП. По поводу Эрдру. Эрдру, перед тем, как вот спадет дебаф, ты на пачку хилов кидаешь просто 5 омоложений и буйный рост. Все, буйный рост в мили-зону вообще не кидай, просто по себе буйный рост кидай и все. Тут все зависит от хилов. Че, как играем? Может, старую тактику? Дайте каску и дайте пристава. Да, по бриллиант бы тоже. Да ладно. Куча стоять, мне кажется, профитнее. Слушай. Как обычно, бьем и все. Войд, скинь еще дисплеста к локам, потому что в пачке с хилами есть Эрдру, который может транквил тоже заюзать на крайняк. Он по мане не сядет, плюс один хуй. Я тоже нихуя не понял, но очень интересно. Погнали. Ну. Я тупо хилимся. Ну так чё, по какой тактике? Так в кучку станьте, чтобы частица работала. Ну, Гер, я уже сдаю, да? Нормально, нормально, танки набирают таунтом.
Дисприз сейчас кастует. Нет, про архив. А вы переживали. Кто посмел вторгнуться в мои владения? Всякий, явившийся без приглашения, обречен. Сове. Что там интересного упало? Ну да, это сове неплохо. В смысле, лучше ничего нет, то на сове это пока лучше. Купишь себе за 125 ОД. Там упало у меня просто это, что-то я вырубил и вов вылетел. Ну, деканг, скажем. Ну, что там такое? На миликах нет? Понял. Это же 213-е. Ботинки ролить не будешь? А что за ботинки? Просто интересно. Покажи их. Там классные ботинки. Скорость, меткость, крит, ESPD. Нет, ботинки классные.
Да. Ну, на этой встречке. Давай на взлете, короче, в этот момент. Ой-ой-ой, заливают. Лагает. Сорок. Маны нет. Бабл уже был. Да все норм. Thank you.
Танк кольцо хорош. Что такое? Чужаки здесь. Уничтожь их, Белтузад. Наксрамас должен выстоять. Как прикажете, повелитель? Так он же вроде забирал его. Стой, куда? Вон пытаются выбежать. Огненная. Наверное, друг. Да не надо, идем просто так уже, да и все. На верочку. Ну у нас нормальный ДПС. Сдайте фулл баф. Он 226, он уже вроде еще. Знаков королей нету. Поставьте Джесса, пожалуйста. Я без ёжик. Каски Сафирона хуярю. Спасибо.
Ах, блять. Да чьи петы там? Ханта. Ханта был ходил. Спин враг качается. А че там Пэт опять бегает? А, ну, ДК у какого-то чего. Берёт, блядь. Я еще думала, почему нельзя, нужно бежать вместе. Сиди узоры на полу разглядывай. Пусть просто до келя постоит, и все. Че, турбоёжик? У тебя комп перезагрузился. Ну вот видишь, это ты нас всех вайпнул. ГП тебе. Не прокатило, да? Ну,
Бегвару, дайте каску, порогам каску. Да. Инту приеду. Пета призывайте. Трилока. Тему хочешь знать за тему. Не, эту тему не поставил. Держу тут в ходе. Вы еще сразу на хантов грешите, блядь. А что не расслаблялись? Так а при чем тут первую пачку, чей-то хант, чей-то волк сорвал серый? Ну, могу только догадываться. Че хуя, все волки пропали. Че? А, Татю. Не, я думал сказать тебе, что если хочешь, типа, ну, у тебя уже поздно, типа, что давай я по рейлю. А потом думаю, ну да, типа, там пару боссов, типа, давай уже добивай. Собрался, разобрался. Ну чё, мы пытались в этом, в десятке сделать ачивку на, типа, убить 18 пуджей надо. Не засчитывает почему-то. Может, в 25-ке это надо делать, но в десятке нам не засчитало. В 25-ке надо. Про ОС плюс 3 можете вообще забыть. В 10 человек. Угу. Нам просто не хватает дэмэджа вообще. А у нас... Сейчас с темы съезжаем, у нас в десятке засчитало ачивку. А, да? Ну, я не знаю, мы перебивали, у нас не получилось. Ну, типа, просто их не засчитало нам ачивку. Мы все комнаты зачистили и, типа, не засчитало. Я что-то не думал. Петлока очень близко. Не близко, он стоит в АФК. Если я спулю своим локом, стражем, я положу в ГБ 20 кагалды, не переживай. Он у меня стоит в АФК. Не. Говорят про Пэта Сайтека, вон он бегает. А, про Сайтека? Не, про Сайтека. А, так это Имп. А, Имп. Не, у меня страж скверный парень. Смотри. Дан, блядь. Хорош. Ребята, кикайте косты, пожалуйста. Он не выдержал.
Косты сбивайте, пожалуйста. По-моему, Роги первый, потом ДК. Ну. Следующий кто, скажите? У меня просто есть тоже. Давай я после Вара тогда. О, после Килла. Контроль. За ней два Роги. Кто сбивает, блядь, два Роги. А, то есть мы не лезем, короче, до КОК. О, хорош, хорош. Дал кому-то, не успел. Спасибо. Контроль. Нет мозга, нет анимации, я не стою. Контроль, парни, влог, отдайте контроль, спасибо. Еще контроль по локу. Зачем? Командирский крик. Говорят, с возрастом бывает. Где ты, Бэбэ? Так, хилы, фуловы. Ну, сдавайте, сдавай гимн, я поставлю бой. Лизона. Спокойствие давайте. Че бежит? Вот, еще давай спокойствие. Расщелина. В миликах расщелина. Расщелина, милики. Да. Типа. Отбейте просто черепка и все. Короче, они контролятся при пристане, понял? Присты их в контроль берут. Там есть сковывание нежити у них. И только больше трех. Больше трех их хватать нельзя, потому что если больше трех, то он их всех освобождает. То есть, типа, три сховывания нежити отдали, и все, они стоят, курят, и все. Сань, скинь, вкусняк.
контроль, 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 контроль. Ну куда, блядь, похоже? Это. Да я... Его кто-то бил. Пим. Все просто перед стартом, как бить Келя. Уха-уха упала на меня. Перед тем, как бить Келя, все должны отдавать отражение магии, зеленые щиты, баблы. Вот это все надо сразу отдавать. Нихуя все пропили. Пуха, пуха. Вот он твой щит. Чужка хорош. За ГП? Ну да. Блин, я знаю, кто заберет. Так, ну а если лут не нужен, могу ливать, да? В принципе. Нет. Ну, давай, хорошо, хорошо. Нет, Black Dark выше. Так это, стоп, это на ДД меч. Чего хапала его ролит? Это на ДД меч. Крит Хас, то же самое. Ну, так... Ты не играл хапал? Или мы MP5 должны брать? Я не пойму. MP5 надо брать. Ага. Шамик, собирай Эмик у себя. Они сейчас хабуки отрывают. Да нахрен мне нужен. И вот ты щит за ГП даешь или по роу? А, ну да, давай. Я. Yeah. Так это же 213, не? Это же 200, это же 200 шлем, это 7. Все, можно расходиться, да, я так понимаю. Все, всем спокойной ночи, ребят.